Томской области 14 августа стартовал сезон заготовки ореха и брусники, но заготавливать кедровый орех можно только в лесах южных районов в Томском и Кожевниковском, а также в закрытом городе Северске. Сбор кедровой шишки в остальных районах, расположенных в южной части региона, разрешен с 21 августа, в северных, к которым относится Колпашевский район, с 1 сентября. Также с 14 августа на юге региона можно собирать бруснику, на севере сбор этой ягоды разрешен с 21 августа, клюкву в южных районах можно будет заготавливать с 11 сентября, в северных – с 18 сентября. Напомним, что в Томской области разрешен только сбор опавшей кедровой шишки, заезд машин и техники в кедровники, а также преждевременное механическое сбивание шишки строго запрещены. Ягоды тоже нужно собирать вручную в период их полного созревания. За сбор клюквы, брусники и шишки ранее установленных сроков грозит административный штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, от 1000 до 2000 для должностных лиц и от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц.